Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 19. Веришь в гороскопы? Частично. А в Бога? Во Всевышнюю силу. Какой ты национальности? Узбечка и русская. Кем работаешь? Маркетологом. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько зарабатываешь? От 1000 в месяц. Сколько денег брала в долг? Я могу взять сколько угодно у своих подруг, если мне это будет нужно. Ты обеспечиваешь родителей? Помогаю. У тебя есть машина? В этом году будет. Какой у тебя телефон? 8-й айфон. Это подарок? Нет. Ты росла в полноценной семье? Нет. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Да. Ты прощалась с ним? Да. Много у тебя друзей, которых ты держишь во френд-зоне? Да, но я не считаю, что это друзья. Они во френд-зоне. Пробовала сигареты? Да. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? 13-14. Материшься? Да. Часто врешь? Нет, не очень. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 8,5. Ты одинока? В душе все мы одиноки. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Да. Семья? Конечно. Курит или не курит? Должен не курить. Пьет или не пьет? Тоже имеет значение. С милым раю в шалаше? Конечно. Сколько у тебя было парней? 3. Хочешь уехать? Если будет такая возможность, то почему бы и нет? Как можно познакомиться с тобой? Просто подойти и познакомиться. Инстаграм приносит тебе счастье? Иногда да. Накручивала подписчиков? Нет, ни в коем случае. Делала пластик лица или тело? Нет. Тикток это? Всемирно популярная соцсеть. PUBG это? Без понятия. Кока-кола или Пепси? Ни то не пью. Размер имеет значение? Конечно. Ты принцесса? В любом случае.